Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Я вас приветствую на своем канале. Сегодня запускается новая рубрика на проекте Amazon Holy Play. Эта рубрика будет называться «Бизнес почти с нуля». То есть цель будет это заработать 300 миллионов за 3 месяца на бизнес. Я вам, в принципе, в этой серии все объясню, расскажу, покажу, как я буду зарабатывать деньги, как это будет происходить, как часто будут выходить ролики там и так далее. Поэтому смотрите видео от начала до конца, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на канал, потому что рубрика реально будет очень сочная, очень интересная, поэтому всем советую реально подписаться на канал, если вы вдруг не подписаны. Также давайте постараемся в этом ролике набрать 300 лайков. Я от вас хочу видеть максимальную активность, потому что я реально запускаю крутую рубрику, которую практически никто не делал. Я, в принципе, такого еще не видел ни у кого, поэтому я максимально надеюсь на вашу поддержку. Поэтому просто возьмите, поставьте лайк, ну и можете написать, в принципе, комментарий. Если на этом ролике наберете 300 лайков, то вторая серия выйдет, в принципе, быстро. Все зависит только от вас. Если будет активность, я буду продолжать снимать данную рубрику. Если активности не будет, то есть и смысла не будет снимать эту рубрику, я просто закрою данную цель и больше не буду подобное снимать. Как вы знаете, как бы я любитель бизнесов, у меня было их много, у меня были и АЗС-ки, и получается СТО-шки там. Ну, реально очень много бизнесов у меня было. У меня был практически любой бизнес там, кроме нотариуса, по-моему. А не, даже в Арзамасе у меня был нотариус, я помню. Вот у меня казино не было, когда это было бизнесом, и у меня не было, по-моему, риэлторки. То есть все остальные бизнесы у меня были. То есть я такой прохаванный пацан, который уже 5 лет играет в данном проекте. Как бы это для меня будет интересно, то есть почувствовать, смогу ли я вообще сделать данную цель, то есть 300 миллионов заработать за 3 месяца. Я вообще в лучшем случае хочу заработать 300 миллионов до лета, понимаете, до лета. А до лета осталось на минуточку 40 дней. То есть сегодня 20 число и до лета осталось 40 дней. Итак, давайте я вам, в принципе, объясню, с чего все началось. А перед началом ролика хотел бы вам посоветовать очень полезную, интересную группу. Здесь вы можете заказать очень много всего интересного по очень низким ценам. И это будет сделано очень качественно. Полный ассортимент вы можете сейчас видеть у себя на экране. То есть группа реально очень классная. Пацан реально делает очень качественно, красиво. Вы можете посмотреть примеры его работ в группе. Это есть все в общем доступе. Также он сливает много полезных фишек для ютуберов. Это там PNG-картинки, какие-то шрифты и так далее. То есть вам реально это будет полезно. Если вы не хотите ничего заказывать, можете просто зайти подписаться. Поэтому ссылочку я оставлю в описании. Заходите, смотрите и обязательно подписывайтесь на эту группу. Я, получается, выложил пост ВКонтакте в своей группе то, что я продаю практически все свое имущество, потому что я узнал то, что продают бизнес, получается, на Рублевке Южного за очень сладкую цену. Пацаны, там такая сладкая цена, что вы просто будете в шоке, реально, если узнаете. Но я говорить не буду, потому что этот бизнес, скорее всего, будет покупать мой знакомый товарищ, это Влад Реал, поэтому цену я говорить честно не буду, не хочу как бы быть крысой там. Но цена, пацаны, очень сладкая, очень просто сладкая, и я этот бизнес хотел бы забрать с руками и ногами. Именно поэтому я вчера начал продавать все имущество. Все, что у меня есть, я просто все выставил на продажу. Но, как вы понимаете, у меня никто ничего не купил. Да, были там предложения купить там всякие номера там, короче, по мелочи. То есть глобальных покупок таких не было. Поэтому я принял решение. А зачем я буду все продавать, если я просто могу сам взять руку, получается, в кулак просто, яйца в кулак, так сказать, и сам накопить эти деньги и ничего не продавать. У меня имущество примерно сейчас на 600 миллионов, как бы. То есть я мог бы продать половину имущества и купить, допустим, данный бизнес. Но это было бы неинтересно, пацаны. Это было бы легко и неинтересно. Именно поэтому я решил запустить данную рубрику. Это будет такая пилотная серия, в которой я, в принципе, все объясню, расскажу, покажу. Итак, пацаны, бюджет у нас будет 10 миллионов рублей. Вот, мы смотрим мою статистику. У меня на аккаунте есть 10 миллионов рублей. Больше денег у меня нету. То есть это будет стартовая такая точка наша, с которой мы начнем зарабатывать. Каким образом я вообще буду зарабатывать? Зарабатывать я буду разными способами. Сейчас я вам об этих способах расскажу. Как я и сказал, будет несколько способов заработка. А именно,
деньги с промокода, получается. Кстати, не забывайте вводить промокод, пацаны. Вот если будете вводить, вы мне очень сильно поможете накопить как бы 300 миллионов, потому что промокод — это полезная темка, и вы получаете деньги, и я как бы получаю деньги, поэтому все от этого будут в плюсе. Поэтому активно просто вводите мой промокод. Вот если вы только начинаете играть, либо у вас еще нету 5 уровня, просто бегите и вводите, пожалуйста, промокод. Ввести его очень легко, просто заходите в игру, пишите /mm, потом там 7 пункт, вот промокод, указать друга ютубера, пишите капсом Кирилл Гейм, и все, качайте 5 уровень, получаете 50 тысяч, качайте 10 уровень, получаете 100 тысяч, то есть вы мне как бы поможете и сами заработаете, поэтому всем рекомендую вводить по промокод. Второй способ — это получается дальнобойщики. Как вы знаете, у меня 100-й скилл дальнобойщика. Вот, в принципе, можете посмотреть. Я его достаточно давно уже вкачал. То есть, это будет, знаете, такая... Не самый основной заработок это будет дальнобойщик. Потому что я хочу заняться перекупом, пацаны. Я хочу заниматься перепродажей либо имущества, либо машин. Также есть еще, получается, 4-й способ заработка. Это рулетка, которую, в принципе, я делал на стримах. Стримы я, конечно, начал делать не часто, потому что у меня стало много меньше времени. Как бы потому что я стараюсь больше серии выпускать, чем делать стримы. То есть у меня есть 4, пацаны, заработка. Это, получается, промокод, дальнобойщики, перекуп и с рулетки заработок с комиссии. Заработок именно с комиссии. То есть у меня есть 4 способа заработка, и все, я вам это буду, в принципе, показывать. Как бы в своих сериях, как я буду зарабатывать. То есть 10 миллионов, это реально, ну, это мало. По сути, это мало, но я думаю, для перепродажи, я думаю, этого схватит с головой, поэтому это будет наша именно стартовая такая цель. Получается, 10 миллионов у нас есть. Ну, с помощью этих денег мы должны зарабатывать на перепродаже. Я, пацаны, извиняюсь за голос, потому что я очень сильно приболел. Вот реально, пацаны, проснулся просто. Как минимум, я не выспался. Я лег в 3 часа ночи, лег, получается. Проснулся в 8. У меня очень сильно болит горло. Я реально приболел. Поэтому я извиняюсь за свой голос, пацаны. Надеюсь, то, что все будет, конечно же, хорошо. Короче, я планирую выпускать серию, получается, раз в неделю. Как минимум, если будут хорошие обороты в плане там контента, я имею в виду то, что я там буду много зарабатывать, то я буду стараться чаще выпускать. Ну и в принципе, все еще зависит от вашей активности. Там, допустим, за сутки будете набирать там 200-300 лайков, то, конечно же, блять, я буду стараться выпускать сразу же серию, там, новую, допустим. Вот давайте реально договоримся так, типа, набирайте 300 лайков, и будет выходить новая серия. Потому что рубрика, пацаны, не из легких, я думаю, понимаете. 300 миллионов накопить за 3 месяца. Точнее, заработать. 300 миллионов заработать за 3 месяца. Почему конкретно 300 миллионов? Да потому что, я думаю, этой суммы вполне хватит, чтобы купить более-менее нормальный бизнес. Конечно же, я бы хотел купить бизнес именно на Рублевке. И Влад сказал то, что если я накоплю бабки, то он мне его продаст. То он мне его продаст, поэтому, пацаны, я надеюсь, то, что у меня все получится. Если у вас есть машины, которые вам не нужны, и вы готовы там их за копейки отдать, то пишите мне в ВК, пацаны. Просто, если вы готовы что-то дешево мне продать, для того, чтобы я это потом перепродал, то пишите обязательно мне ВКонтакте. Я буду очень всем благодарен. Минуточку внимания. Хотел бы вам посмотреть очень классный канал моего друга. Называется он Америкос. Данный пацанчик живет в Америке, делает стримы, крутит рулетку на очень крупные суммы. Поэтому всем советую подписаться. Реально, пацан делает годно. Вы понимаете, просто пацан переехал из Украины в Америку, живет там, играет на мазинке и делает стримы. То есть это максимально интересно. Зайдите, посмотрите. Вы реально не пожалеете. Ссылочка на его канал будет в описании. Давайте поможем ему сделать 1500 подписчиков до лета, поэтому просто возьмите и подпишитесь на его канал. Я, конечно же, надеюсь, то, что вы меня реально поддержите. Вот ваша поддержка меня будет очень сильно мотивировать. Я вам серьезно говорю, вот ваша поддержка, именно в виде там лайков, комментариев, меня очень сильно будет мотивировать, поэтому я реально рассчитываю на вас, то, что вам эта рубрика понравится. Я забыл объяснить такую ситуацию, то, что вы знаете, то, что у меня был бизнес, получается, в Южном, возле ППС. Но я этот бизнес подарил своему другу. Подарил ему из-за того, что он раньше мне как бы помогал. Он когда уходил с проекта, получается, это было примерно год назад, если не больше. Да, наверное, больше даже, полтора года назад. Он уходил с проекта и, получается, мне отдал 200 миллионов.
и мы еще 50 миллионов тогда раздали подписчикам. Он мне тогда очень сильно помог, и я такой, блядь, думаю, как бы, если он мне помог, почему мне бы ему не помочь, поэтому свой бизнес я подарил ему. Я еще ему подарил две свои машины, это Ешка, получается, и М3 с номерами YouTube. То есть эти машины я ему чисто подарил от чистого сердца, потому что он мне реально очень сильно помогал, как бы, поэтому я ему очень сильно благодарен. Мне не жалко было ему реально бизнеса дать, то есть он для меня не чужой человек, я ему полностью доверяю. У него даже есть пароль от моего YouTube канала, если вы не понимаете, насколько я ему доверяю. У него даже есть пароль от моего канала, то есть он спокойно может зайти на мой канал, там, не знаю, стрим запустить, либо серию какую-то выложить, то есть у него есть полный доступ. Да, я говорил о том, то, что я не хочу владеть бизнесом, но я думаю, вы заметили то, что у меня пропал такой огонек. Я уже не такой, как раньше, и у меня нету такого сильного интереса играть. Именно поэтому я решил поставить себе цель и заработать 300 миллионов на бизнес. Купить себе потом хорошенький бизнес и просто гордиться собой, то, что я это сделал. Да и в принципе это для вас как бы контент, для меня как бы бизнес, поэтому я думаю, это будет круто. Поэтому реально надеюсь на вашу поддержку, потому что рубрика реально не из легких, реально придется попотеть, очень сильно придется попотеть, поэтому вот ваша поддержка, пацаны, реально будет решать. Вот если не будет поддержки, то, конечно же, у меня не будет желания этим заниматься, поэтому все реально зависит только от вас. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не пропускайте серии, просто вот с этого дня я начинаю стартовать, просто буду зарабатывать бабусики, я буду стараться в неделю делать 50 миллионов. Да, я знаю, это звучит очень уверенно, но я хочу постараться накопить 300 миллионов до лет, то есть за 40 дней. Вы скажете то, что я ебанутый? Возможно. Но я хочу постараться в неделю делать 50 лямов оборот. И надеюсь, что у меня это получится. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.